Главная задача предпринимателя, который хочет достичь по-настоящему масштабных результатов, это постоянно мечтать, это постоянно думать, а вот было бы круто, если бы было вот так вот. То есть это, в принципе, его постоянная работа, это мечтать о каких-то новых свершениях, о каких-то амбициях, подзаряжаться от этой мечты и уже эту энергию спускать дальше своей команде и подзаряжать своих топ-менеджеров, сотрудников и так далее. То есть предприниматель — это некий источник энергии, источник вдохновения для своей команды. И когда ты постоянно подзаряжаешься от мечты, у тебя нету проблемы с энергией, у тебя нету проблемы вставать утром или нету проблемы двигаться дальше. Поэтому мечта — это очень важно, и этот навык надо развивать, и надо заниматься этим каждый день обязательно.